На сегодняшний день все мы живем в непростых условиях, связанных со сложным социальным положением, рядом экологических проблем. Поэтому, к сожалению, в последнее время среди населения Украины наблюдается большой рост различных заболеваний. В этой связи специалисты в области здравоохранения стремятся к совершенствованию диагностических методик, которые бы позволяли выявлять заболевания на самых ранних стадиях их возникновения, а также мониторировать состояние пациента в ходе лечения. Именно этой теме была посвящена конференция с участием специалистов различного профиля, которая проходила в частной поликлинике Святого Антипы. Более подробно в нашей программе. Сегодня очень остро стоит задача сохранения здоровья населения Украины. В этой связи в медицинскую практику все больше внедряются современные прогрессивные методы лечения и диагностики. Всем нам хорошо известно, что результат лечения напрямую зависит от своевременного и точного диагноза. Поэтому роль высокоинформативных инновационных диагностических методик сегодня трудно переоценить. Прежде всего, это методика ультразвуковой эластографии и эластометрии. Мы получили новый ультразвуковой аппарат Acuson Siemens S2000, в котором сконцентрированы все методики, а их 4, которые известны в мире, эластографии и эластометрии. Таким образом, нам теперь доступно на самом высоком, я не побоюсь даже сказать, экспертном уровне, проводить диагностику фиброзов, циррозов печени, гепатитов, заболеваний поджелудочной железы, очаговых, к сожалению, иногда злокачественных образований щитовидной железы, молочной. Кроме того, благодаря новой технике пациенты имеют возможность избежать пункционной биопсии, которая является достаточно агрессивной методикой и может стать причиной серьезных осложнений. Мы также используем наблюдение с помощью эластометрических методик при проведении терапии пациентов. В частности, антивирусная терапия по поводу вирусных гепатитов В и С. Именно эти методики позволяют нам оценить, насколько правильно подобрано лечение и насколько стабилизирован процесс в плане регресса цирроза печени. Кстати, это единственный такого рода ультразвуковой аппарат в нашей области и один из немногих в Украине. Компанія «Раш», як постачальник ультразвукового обладнання, рада співпрацювати з провідними клініками і лікарями Дніпропетровська і забезпечувати доступ до інноваційних технологій. А сьогодні це, зокрема, технологія віртуальної ультразвукової пальпації, еластографії. Еще одной не менее интересной темой обсуждения и презентации стала методика так называемой ингаляции ксенон-кислородной смесью. Данная методика оказывает выраженный анальгетический эффект при сохранении сознания и используется в качестве симптоматического терапевтического средства. Ингаляции ксенон-кислородной смесью, которую мы выполняем на шикарном оборудовании. Методику выполняет врач, который прошел подготовку, имеет диплом применения этой методики у пациентов совершенно различного профиля. То есть это пациенты, которые перенесли инсульты, которые перенесли инфаркты и страдают ишемической болезнью с болевым синдромом, пациенты с хронической травмой позвоночника, с выраженным болевым синдромом, болью в позвоночнике, которая не снимается никакими препаратами и часто требует блокады. Вот эта методика сегодня у нас начинает применяться. К слову, стоит сказать, что ксеноново-кислородные ингаляции широко применимы в косметологии. То есть это методика, этот препарат Ксимед, сертифицированный в Украине препарат, который позволяет улучшить, общими словами сказать, метаболизм тканей, улучшить их питание и фактически приводит к омоложению. Ознакомиться с новыми возможностями в диагностике и терапии в частной поликлинике Святого Антипы собрались специалисты различных специальностей – гастроэнтерологи, неврологи, специалисты ультразвуковой диагностики, эстетической и спортивной медицины. Следует обратить внимание, что терапия ксенон-кислородной смесью активно применяется у профессиональных спортсменов при травмах, хронических растяжениях, болевых синдромах, требующих быстрой психической и физической реабилитации. Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 734-99-99, либо по адресу город Днепропетровск, улица Воронежская, 2А, частная поликлиника Святого Антипы.